А что если собрать огромное количество бладстоунов? И второй момент, это, конечно же, нужно долететь от колодца до колодца. Полетем. Раз, ремнан. Аега работает. Ой, сколько Аега восстановила. От колодца до колодца, ну давай. Есть! Да, 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 хорош! Есть! Если прокнет, три раза подряд. Если эссенция три раза подряд прокает, пролетаешь. Не прокнуло. И раз прокнуло. Если второй раз. Второй раз. Ой-ой-ой. Да ладно! Фен, плиз, не выкладывай этот ролик на YouTube. Окей. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас, и сегодня у нас новое видео рубрики «А что если?». А что если максимальное количество бладстоунов? Сколько можно собрать этих прекрасных камней и как жестко забузить себе реген маны? Мы сейчас это и узнаем. Ну и, конечно же, второстепенно постараемся сделать челлендж от колодца до колодца. Что это значит, я вам сейчас расскажу. Пикайте, пацаны. Только надо ребятам сначала дать задание, и потом погнали. Задача сегодня у нас крайне тяжелая, ребятки. Нам нужно... Нам нужно собрать огромное количество бладстоунов. Это первый момент. И второй момент, это, конечно же, тот момент, что... нужно не умирать. И самое-самое тяжелое, это то, что нужно долететь от колодца до колодца. Это мой челлендж на эту игру. Этот челлендж крайне тяжелый, и я не знаю, получится ли его выполнить, но в соло-лобби я тестил, и некоторые моменты получались. И это очень тяжело. Это очень тяжело. Ребятки, спасибо всем, кто поддерживает, спасибо всем, кто ставит лайки. От души всем, кто заходит на стримы в 19 по МСК, ну, либо бывает немножко позже запускаю стрим, 19.30 плюс-минус, я человек семейный, поэтому вот так вот немного могу опаздывать. Ну и что ж, всем спасибо, кто подписан на ТГ и на YouTube канал, ребятки. Всем респект, всем уважение. Ради вас стараемся делать очень лютый, жесткий контент. Такой, который мы делаем в целом. И пожелайте нам удачи, мы начинаем эту игру. Так, хорошо, гоу туда. Резко. Руну. Гоу. Руну, гоу. Моя задача на шторме будет, конечно же, это фармануть. Сейчас постараемся, посмотрим по лайнам. Там очень, кстати, такой сильный пуш. Очень сильный пуш. Там... жестко. Там жестко, жестко, ребята. Очень вот тут жесткий пуш. Тут будет тоже пуш. Это ранний пик формы у них. И на самом деле будет немного тяжеловато. Но постараемся. Постараемся всю эту тему перебить. И надеюсь, у нас это получится с первой попытки. С первой попытки. Надо разминать. Разминка. Разминку надо. Разминку. Все, все, все. Все. Отлично. Отлично. Химик забирает руну. Химик молодец. Куда полетела ЦМ-ка? ЦМ-ка полетела. ЦМ-ка умеет летать. Ну, нормально, она выживет там, по идее. Танго, жри. Бежишь и танго кушай. Одну, две сразу же надо кушать. Оп, вот так вот. И все. И все. Так, ну тут крипчики, конечно, сделают свое дело. Танго нужно было подкушивать сразу изначально здесь, через шифт где-то кушать, чтобы хп поднимать. И все. Так, ну что по лайнингу? Лайнинг Тини плюс Джага, это крайне тяжелый лайн. Но постараемся что-то сделать. Эх, не добиваю. Мне нужно тут как можно быстрее собрать Бладстоун. Как можно быстрее. Как можно быстрее. И крипиться крайне тяжело тут будет. Джага не будет давать крипиться, походу. Будем пытаться тогда Джаги давать Чапалаху. Чапалах. Хорошо. Так, первый крип будет сегодня? Имеется. Отлично. Первый крип имеется. Мне можно будет тоже подфармливать стаки. Цемка у нас сегодня на стаках. Что мне по Азатару вначале лучше сделать? Нужно как-то уплотняться, потому что там огромное количество прокаста. И стараться сначала уплотниться, а потом дальше двигаться будем по течению, как получится. Как получится.
Хорошо. Как получится, так и будем двигаться. Еще одна тычка от Джаги. О, и Тиник добирает. Ну вот такое дело. Так, ну, тут я не заберу, да? От этого тоже не заберу. Очень слабый крипстат, 4 крипа. Но плохой старт, легкий конец, есть такая фраза. Есть такая фраза. Под тэшку загнал крипчиков. Это плохо. Под тэшку крипчиков, это плохо. Хорошо. Нужен сапожок будет, сейчас мы его возьмем, к слову. Но в магазик идти нельзя. Вот у нас кура есть. Сейчас ее подконтрим. В боковинку. Аккуратненько. Хорошо. Сапог имеется. Вот так вот, вот так вот. И вот так вот. Трипл килочек на крипах. Отлично. Есть. Так, работаем, 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 ребята. ЦМ-ка немножко не успевает у нас здесь отвести. Я тоже не успеваю. Лан я запулил. Можно будет аккуратно подфармливать здесь. Вот так вот делаем. Давим немножко на экспу. На золотишко. Так как лайн у нас немножко подпушен, нужно двигаться. Немножко по-другому. Так, что некстом собирать? Конечно же, Bloodstone будем пытаться выходить. Скорее всего, начнем с поинт-бустера. Возьмем... Ну, вообще, надо стики изначально, желательно. Так, нужно не подходить близко, он же засыпет. Засыпет, задушит. Засыпет, задушит. Вот, вот так вот, есть. Все зависит еще напрямую от моей команды, смотря как они будут еще душить эту катку. Если у них будет все удачненько, хорош, алхимик там делает вещи уже. Будем двигаться. Нам предстоит большая, жесткая, тяжелая работа в этой катке. Максимально тяжелая и жесткая. Очень долгая катка. Для того, чтобы добиться результата, нам нужно сбалансить эту катку. Сбалансить. Пацан идет, походу, стаки фармить, да? Если будут стаки вдвоем фармить. Надо будет идти экспу забирать хотя бы. Хорошо. Есть. Опа, крутится. Волчок. Забайтились оба так. На иллюзии ЦМ-ки. Так, на 6 левел у меня почти есть. Мне вообще идеально было бы Bloodstone иметь к 6 левелу. Но это просто физически невозможно. Ну, возможно, если будем пулиться. Возможно. Это будет возможно, если будем сразу пулиться. Наверное, с арканы начнем. Почему нет? В Bloodstone сразу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Хорошо. Отлично. Так, мне нужен будет хилочек. Тиника не вижу. Ага, Тиника увидел. Все, 6 левел. И, в принципе, мне нужно будет максимально сейвово играть. Максимально сейвово. Чтобы аккуратненько дофармить Bloodstone. И не терять вообще ни единого заряда Bloodstone. Вообще Bloodstone терять нельзя. Вот это очень плохо. Ладно, нормально. Оп, вот тут надо будет подмансить. Санстрайк еще будет возможно. Хорошо, на развороте можно будет. Но опасно, очень опасно, потому что санстрайк еще на ногу прилетит. На ногу может прилететь санстрайк. Чуть не сдох. Локер на миду. Опасно. Так, меня спалил сейчас инвокер. Не дай бог попадет санстрайком, это будет, конечно, фейл-фейлов. Ждем хил. Хил уже летит. Оп, найс. Отлично. Живем. Хилимся, живем, ребят. Отлично.
Отлично. Так, чуть-чуть золотишко есть. Чуть-чуть. Бладстоунчик не за горами, ребят. Не за горами. Бладстоун наше все. Бладстоун наше все. Хорошо. Бладстоун наше все. Не сбиваем себе ману. Строго. Раскачиваем ремнант. Ремнант раскачиваем. Стики бы еще взять. Но попробуем просто давить на именно на Бладстоун фастовый. Эх, того не добил, этого добил. Что-то кура куда летела, непонятно. Ладно, вот так делаем. Так, что по стакам? Ага, тут небольшой стачок есть у нас. Давайте фарманем. Фарманем, надо соул сделать. И вард ткнуть. Нокер там ФП работает. Прям максимально люто. Давай вот так сделаем. Алхимику. Алхимику сделаем, вот так подзапулим. И хилочек, наверное. Хорошо. Оппоненты, кстати, сильные там. Оппоненты сильные. Оппоненты сильные. Нужно будет попотеть здесь. Нужно будет попотеть. Хорошо, вот так делаем. И в лицочек, все. Мой затар имеется. Тут эссенция максится. И по чуть двигаемся. Инвокер фармит там. Локер хитрый. Давайте вот так сделаем, чтобы не париться. Так, здесь подстак. Фрагов пока нет, вообще 1-3. Причем 3-1 ведут оппоненты. Оппоненты ведут. Хорошо, маны побольше. Оппоненты ведут. Но сейчас по чуть начнем. Игра пойдет. Игра пойдет по чуть. Фармим. Давайте себе куру возьмем сразу. Два телепорта. Девятая минута Бладстоуна не видать. Надо кого-то, может, поубивать? Будет больше шансов. Все, Бладстоун будет быстрее. Так стараюсь под фарм давить какой-то. Двести маны там есть. У меня 600 маны еще, но я боюсь под тэшку заходить. Джаги ульт еще есть. 600 маны имеется. А под тэшку страшно идти. Можно было бы рискнуть, да, там полететь, но мне вообще это чревато, мне нужно Бладстоун. С Бладстоуном нужно будет еще аккуратнее играть. Такая задача. Из легких. Из легких задача. Эх, Като не добиваю, это плохо. Ну, 50 крипов плюс лес. Плюс-минус нормально. ПЗ. Забыл я про курьера совсем. Так, есть. Надо там подраться. Там у нас какой-то раз синхрон по целям, если честно. Цемка никого не того морозит. Чему-то. КЗ.
Он самого жирного выбрал в цель. Это печально, нас ломают. Нас ломают. Бладстоун к 20 будет минимум. Я хз. Нету фарма особо, ребят. Еще сейчас сдох, так причем так тупо. Ну не знаю. Могли СФа забрать. Немножко, мне кажется, ЦМ-ка вообще не туда колбу дала. Ладно, будем считать, что я тут ошибся и не ушел вовремя. Но вначале можно умирать. Ничего страшного. Дальше нельзя будет. Единственное, что у них там имбовые герои, вот это пугает. Мы можем в лейте не потянуть. Можем в лейте не потянуть. Джага фармит. Тоже у него все хорошо. Так, point booster нужен мне. Мне тут, в принципе, фигня остается до Бладстоуна. Реально фигня. Реально фигня остается до Бладстоуна. Реально фигня. Тут point booster, vitality booster. И все, в принципе, копейка. Просто копеечка. Так, ну point booster, vitality booster и recipe, это реально очень мало. Надо драться. Печально, что Бладстоуна нету сейчас этими файтами, но теряем максимально. Хорошо, хотя бы так. Хотя бы так. Отлично. Давайте вот так делать. Ну, с ребятами мы будем договариваться сейчас так, что нужно... Мне нужно, так как мне нужен Бладстоун, мне нужно как можно скорее его выфармить, потому что мы уже начинаем командные файты. Командные файты уже начинаются. Нам нужно торопиться. Нам нужно торопиться, реально нужно торопиться, потому что у меня недофарм идет. Я один раз сдох, фрага нету. Парень на алхимике уже делает вещи какие-то. Надеюсь, не печальные, а хорошие. СС еще будет, брат. Нормально там он душит. Сейчас аганимы раздаст еще. Чуть-чуть остается у нас, в принципе. До Бладстоуна. Плохо, что его забрали, потому что он стрик отдает. Видеть вообще нельзя. Так, Виталик бустер есть. К 17 минуте точно должен быть Бладстоун. Очень долго я его фармлю, очень. Если в обычной катке к 14 выходит, то тут как-то не удалось. И 11 левел, кайф. 11 левел, кайф. Хорошо. Виталик бустер, ресипи. Хорошо, го на базу. Там вроде все есть. Вроде все есть. Оп, найс. Так, отлично, это разберем здесь. Окей, вот так раз. Вот так два. Так, есть. Есть. Хорошо. АПМ. Теперь наша задача не умирать. Жесть, это самая тяжелая задача сейчас, которая у нас имеется. Самое тяжелое — это не умирать. Так, нам нужно дасты для вокера. И найти какую-нибудь первую цель для зацепа. Надо с алхимиком. С химиком движуху надо делать.
внизу пацаны что-то фармят. Вардов вообще что-то у нас нет. В лес сходить. Да, агрессия варды нужны. Вот туда. Вниз. Или, блин, тэшку. Да нет смысла пушить, не надо пушить. Умираешь, выложи, подберем. То плюсану. С Бладстоуном, да, кстати, Бладик нужно будет таскать. Написать надо, может, он. Октарины мне, вот это все надо. Как обычно. Как обычно, все, пацаны, забирают. Так, курьера рядом с собой надо носить, чтобы, если что, Бладстоун выпихивать. В лес надо. К ним. Пойдемся. И надо уплотниться. Солбустер. Бактарин. Выходим. 6. Ребята там просто фармят. Там сейчас радики будут, всякая прочая тема. Очень жестко. Фарм пока уныленький, ребят. Уныленький. Джейс прям подошел в наглую туда. И снял прям. Гоу. Или вот сюда, гоу. Стенвокер быстрый, там ЕУ. Хорошо. Отлично. Так, СФ под ногами, нифига себе. Так, так, так. Бладстоуны, не терять. Не терять, гоном базу. Хорошо. Плюс, есть тренажка. Но надо очень много. Джага фармит. Жесть. Очень, на самом деле, опасна сейчас была ситуация. Но мы сейчас уплотняться будем по чуть. И, в принципе, пофиг. Пойдет. Дастики зарешали моментик. И пуш. Вообще. Старайтесь не ломать. Катку тянем. Лады собираем. 120 плюс. 120 плюс надо собрать. Минимум. Больше. Больше драк, парни. Так, point booster. И вот такую вещь. Хорошо, полтора команы. И туда, гоу. Next сделаем Октарин. Октарин нам нужен на количество маны и на статы. Это просто нужная вещь. Так, ну он будет уходить. Нужно здесь сейчас пройти. А вот Найкс спалил сейчас контор. Хорошо. Этого туда же. Хорошо, 15 есть. Пока пошло по чуть. Пошло-поехало, побежало. Опасно. Иду вот сюда. Джага идет, да? Инвокер. Хорошо. Отлично. Так, у нас есть, в принципе, бустер, да? Ну, будем бустера чисто вот так колотить. Правда, они багаются, если их выкладываешь. Фармим. Они багаются, если их выкладываешь. Они могут не давать статы. Это нужно держать в голове постоянно. КД собираемся, ребят.
Можно, в принципе, 2700 накопить сейчас. Чел, ты в муте. У инвокера там, кстати, Еула, это очень плохо. Так, Willing Blade чей-то. Мне нужно сделать вот этот. Виталика бустера надо. Вот сюда и вот сюда. Ты подаешь? Вот тут разберем сейчас аркану. И соберем бустер. Этот солбустер может, кстати, не работать сейчас. Может не работать. Хорошо. Я два Бладстоуна прогулял только что. Два Блада прогулял. Чайка. Оп, найс. Что там инвокер? Инвокер бегает, 13 левел. Кормит. Но мана имеется. Эссенция не работает только. Будет работать сегодня эссенция? Работает, окей. Жесть, вообще не работает, как будто. Джага еще. Пойдет. Еще 18 зарядиков есть, но долго-долго будем собирать. Очень долго. СФ. СФ с Лотаром. Что? Че меня так портует криво? Ладно, го на базу ТП. Он не сдает статы. Хорошо. Так, вот так, вот так. Отлично. Собираем, ребят. Еще 400. Тиник бежит. Тиник крысит вообще каждый вард. Вообще каждый. Гоу, 24 минута, 19 бладов. Хотя бы выйти на 2 бладстоуна в минуту, это будет очень хорошо. О. Джаггер опять там насилует. Вот это хреново, то, что сейчас произошло. Прям вот этого. Хорошо. Отлично. Так, 2200. Ждите. Там СФ, да, был вроде. Как не закайте. Меня сейчас оденут, и будет нормально. Пластиками. Сейчас октарины туда-сюда. Так, у меня кура тут висит уже на стреме. А я ее все туда же. 22 бладстоуна имеется. Я могу сейчас единственным вот этим фармом себе несколько зарядов прогулять. Это плохо, ребят. Я улетел, они лезут. Жесть. Ну, Бладстоун заберем. Чем больше сейчас маны будет, тем легче мне будет двигаться по карте.
Иллюзия. Это иллюзия. Хорошо. Так, ну у нас ульт сейчас по максимуму. Сейчас двигаемся. Я Магас. Магас. Ух, чуть не убило. Хилки. Хилки, пацаны, дропнут. Так, отлично. Продаем. Жесть, меня тут пацаны пулят. Ребят, ну задача у нас жесткая, поэтому и хилок надо много. Так, еще бустер. Хорошо, все работает. Отлично. Еще бустер, еще октарин делаем. Найк с вагонимчик бы. Башер там у Джаги. Хорошо. Я с тебя хп просадил. Хил. Ищем. Деремся. Надо искать, драться максимально сейчас. Все будет огонь. Если будем драться много, будет хорошо прям. Он не один. Есть. На фул ману. Есть. Блин, как это на самом деле жестко. Вот сейчас собираем всего 25 бладстонов. Это реально очень-очень мало. Но чем больше у меня будет сейчас маны, хорошо. Начнем с Дестром летать по чуть сейчас. С Дестром. По чуть будем сейчас делать вещи уже. Жестко. Маны не хватает пока. Я не могу быстро передвигаться по карте. Чем больше будет бладстоунов, тем больше будет передвижение. Тем быстрее будет передвижение. Вот так выразимся про это. Так, и мне надо, конечно же, еще Рошана бы, наверное, подчекивать. Подбарживать. Я могу вардануть. В принципе. Хорошо. Да я тут не помогу. Плохо. Эх, успел, прикинь, но я куплю себе кнопку сейчас. Давай, 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 речь. Хотя бы одного зацепим. Уже хорошо. Рош, г. Мне як. Так, ну 2700. Найс. Не пуш. Куда ты? Ломает во всем. Есть. Я там разогнался, парень. Пушить начал. Го, Рошана, мне аек. Пацы. На бладстоуны. Бладстоунчики, чтобы засейвить. Так, у нас парень отошел. Еще 100. Так, два есть. Вон, смотри, кто идет. Он крутиться начнет. Зря так через астрал, надо было через меня начинать. Хорошо. Печалька.
Надо садиться уже и подобуживать немного с Дестром. По мане. Эссенция вообще не прокает. Первый раз прокнул. Первый раз. Химику, химику оставь. А я к мне. Жесть, Бладстоуны мало. Ну, 30 всего, да? 30 фрагов на тему, но по чуть-чуть апается. Чуть апается. Next Hex сделаю, чтобы можно было контролить. Hex сделаю, чтобы можно было контролить. Так. Фиф-фиф. Как сейчас Найкса не хватает, я бы полетел бы, забрал бы кого-нибудь. Чалька. Хорошо. Подойдет. И отошел, да? Отошел. Ну, я Дасты не взял, не можем забрать. Чак. Дастов нет, но вы держитесь. Дастов нет, но вы держитесь. Драться, 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 ребята, драться. Жесть, у меня на самом деле так сейчас подгорает тем, что нужно драться постоянно. Слишком много фармим. Драки, драки, пацаны. Пошла, первая драка. С бесконечной маной. Хорош. Красота. Поделить, 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 поделить. Хорош, цемп засейвили. Даже, походу, на вставочку сделал, но мана не прокает. Не восстанавливается. Хорош. На вставочку есть. Отлично. Отлично, пойдет. Не пушим. Апаемся. И ЦМ-ку засейвили и подрались хорошо. Отлично, 5к имеется. Сейчас хекс сделаем. Это у нас хекс. Я почти слоты свои собрал уже. Почти слоты есть. Жесть, как я могу быстро фармить. Я сейчас так подумал, что если мы сейчас раскочегарим его, то мы можем вообще жесть как быстро фармить на этой карте. Так, Бладстоун. Где хилки? Пока манореген ни о чем, на самом деле. Вообще ни о чем. Мне главное кочегарить ману. У меня сейчас 3200 маны, и это очень хорошо. Варны я по Егису, к сожалению, не видел еще. Варн по Егису надо увидеть. Надо внимательнее. Хорошо. Варн по... Ууу, ё-моё. Собери. Жесть, они там что, драку делают? Жестко. Так, 32-я, да? Дест, Найкс, сюда идите. Алло. 32-я. Так, минута Аегис, 32-я секунда.
Сейчас попробуем пролететь под конец Аегиса. Да, идите. Тест, Найкс, трещи. Сейчас попробуем под Аегис пролететь под концовку Аегиса. Может, кого-то зацепим. Было бы круто, если бы тут стоял вард. Наугад полетим, может, кого-то зацепим. Залазит. Его подсольем чуть-чуть. Так, сделаем. Подбагаемся немножко на 32-й. Аега заканчивается, пошел. Ой-ой-ой-ой-ой, это работает. Жесть. Ну почти. И это лишь малая часть того, что можно сделать. Малая часть. Это малая часть. Я мог еще подобуживать эрку. Я забыл про эрку. Ну первый блин комом, но ничего. Сделаем. Ищем, атакуем. Так, ну вот этого добить уже. Главное сейчас блада не просрать. Б. МПшки нету, пацаны. Ой-ой-ой. А я ухожу. Ребят, кидаю просто. Слишком далеко, далеко уже. Далековато пацаны уже пошли. Я уже понял, что там фигня будет, когда пацаны пошли ХГ. Там уже нечем цеплять. Маны нету. На шанс рассчитывать нет. Так, и нужно вот это вот покупать. Так, ладно, окей, бладстоуны собираются, 36 всего, но больше сотни, мне кажется, мы тут не соберем. Больше сотни мы тут не соберем. Больше сотни мы тут не соберем. Больше сотни мы тут не соберем. Даст ты. Сапог сейчас скинем. Дарин еще один. Больше сотни мы тут не соберем, мне кажется. Так, окей. Еще акторинчик. Манореген слабенький еще пока что. Опасно. Опасно, ребята. Так, 4000 маны, в принципе, у нас имеются, да? В принципе, имеются. Так, отлагал парень, это хорошо. Еще есть кнопка. Садитесь. Садитесь. Хорошо. Есть 4000 маны. 4000 маны у нас имеются. Так, что-то парень там лагать начинает. 36 бладстоунов. Жесть, я на стриме больше собирал. Хватит. Я на стриме больше бладстоунов собирал, нежели чем сейчас. Это смешно, типа мы в этой игре, где нужно бладстоун собирать, да? Даже половины не собрали того, что можно собирать. Это жестко. Да хорош, не лагай, да? Я вот так методом тыка. Нету. Испарился. Так, ну ищем, апаемся. Никого не вижу пока. Никого не вижу. Там иллюзии. То есть, ну мана не кончается, в принципе, вот так сейчас летаешь, норм. Ну и что за форстапы, брат? Эй-эй-эй, отпустили инвокера. То есть, я думал, он там уже все, конечное.
Хорошо, ну тут сейчас бладиков соберем. Тут сейчас соберем. Хорошо. Минус 4. Вокер отдался там. Блин, от этого шторма не уйти. У него столько много маны. Это жесть. П. То есть там уже ресы по 40. Там ресы уже долгие. Ресы уже очень долгие. Так, у меня еще есть 4К. Ну все, все упирается у нас в Бладстоуны, и можно летать. Все в Бладстоуны упирается. И можно летать. 4700. Сейчас ластовый артефакт. Можно еще раз попробовать с Аегой. Еще раз с Аегой попробовать. Хорошо, с Аегисом, под Аегисом попробуем под бустом Аегиса пролететь. Надо, главное, не прогулять варн. Сейчас Дестер выйдет. Дай маны. О, нифига себе, сразу 2600, на. Хорошо, парни. Так, по вардингу, вардинге там цемочка берет. Вроде успеваешь это делать. Хорошо, у меня уже фул. А топ инвокер. Блин, сейчас бы сели, полетели. Меня. Сядьте. Хорошо. Не пуш. Его сюда чекнем. А, и сейф с Лотаром же. Жесть, от этого шторма просто не спрятаться. Маны очень много. Зачем он в хексе, брат? Ой-ой-ой, жесть. Жестко просто, я не знаю, это прям... Это прям имбово. Просто летаешь, ремнантишь по КД и все. Что вы делаете? ВТФ, не страдайте фигней, пацаны. Так, еще есть, в принципе, кнопка. Ой, это жестко, ребят. Я не думал, что это настолько круто будет. Это настолько круто. 5К маны. Все, этого достаточно, в принципе. Хорошо, 45 зарядов. Парни. Рошга. Давайте один Октарин выложим. Пролетели. Жесть, я через пол карты полетел. Вылетел. Жесть. А че герой стоит? Погнали. Погнали по чуть. Если б ребята, да, успевали в меня залазить, прикиньте, как можно вообще карту контролить. Это реально имбово. Это имбово. Октарин сейчас один скинем, наверное. Так, забираем и на базу. Пацаны, как скажу... Так, ко мне на базу и до колодца полетим. Ух ты, блин. Хорошо. Это жестко, блин. Опасный у нас получается шторм вообще. Штормит люто. Регенчик. Сейчас попробуем от колодца. До колодца долететь. И под регеном еще дополнительно. А
Монориген вообще ни о чем на самом деле. Так, если подумать. До мида долетим. Блин, я криво нажал, потому что у меня сначала было, а потом полетел. Уф, прикинь, если бы кого-то сейчас зацепил. Так это ж можно с регена долететь. Звук конченый этот. Ну, Аегис ждем. Ждем Аегис. Так, кто-то на топе, да? Сейчас один ремнант прокнет. Можно лететь. И прокает. Хорошо. Хорошо. Да, он туда влево ушел. Блокер еще. Мана не восстанавливается. Жесть. Так долго на самом деле. Вроде да, ремнант копейки кдешится. А долго. Это жестко. Полетели. Ну не сработал ремнант, прикиньте. Ремнант не сработал. Не сработал. Залазьте. Так и киляем, пацаны. Хорошо. Жалко, что не сработал, я бы долетел до пита оттуда, с той части карты. Летаем через всю карту, жестко. О, сработал. Ух. Могу блады все сейчас погулять. О, найс, сработал. Хорошо. Жесть, видели Тиника? ББ. Дефать некому будет. ББ. Минута. Минута, АЕК. Так, это какая была? 33 где-то. Минута, АЕК. На базу, резче. Попробуем. До колодца. Минута АЕК, 33 где-то. Ну, сольем Аегиса и подберем Октарин. Сольем Аегиса, подберем Октарин и полетели. 33 где-то. Успеваешь. Хорошо. Полетели. Ремнантим. Хорошо. Ой-ой-ой, как хорошо летит. От колодца до колодца, но сработай же. Чуть не долетели, не работает ремнант. Не работает ремнант. Это жестко. Не сработал ремнант. Прикинь, не сработал, чуть не долетели. Ремнант не сработал. Ремнант кастил, не сработал ни разу. Жесть, почти долетел. Прикиньте, один раз эссенция прокнула бы.
Жесть, один раз прокнуло бы. Ну, почти. Почти, ребят, получается. Ну, блин, это жестко. Жалко, никого на пути не было. Хорошо. 54 заряда. Ну, сотку зарядов. Сделаем сотку зарядов. Аегу так катаем. И получится. Жесть, там так хорошо ману Аега восстанавливал. Да, бабки, кстати, скидывать. Кстати, бабки надо скидывать. Скидываем. Буду кидать. Блин, жалко, если он вылетит. Лагерь этот. Парнишка зашел, лагает у него. Непонятно. Лагает или ливнуть хочет? Дайте нам видос сделать, так же успешно идем. Ребята. Так успешно идем, жесть. Есть алхимика там душит. Я бы полетел. Это плохо. Видел. Но они апнутся с ча. И будет еще тяжелее убивать. Не понимаешь? Эх, руинеры в команде. То самое чувство, когда все равно вроде играешь 5 на 5, а играешь 2 на 5. Жесть. Ребята, не тупите так. Не тупите. Хорошо. С Дестром, плиз. С Дестром, пожалуйста, ребята. И не страдайте фигней. Апаем. 55 зарядов всего. Я, блин, в соло игре апал такое количество зарядов. Но, в принципе, если мы сделаем от колодца до колодца пролет, то, я думаю, можно будет считать, что челленджи удался. Челленджи удался. Жесть. Не пуш. Пусть. 56 это очень мало Bloodstone. Очень мало. Очень мало. Что там, дефы, да, пацаны? Найс. Так, садитесь. Ехала. Эти найксы всякие. Круинеры. Жесть. У меня на самом деле подгорает от того, что можно все-таки эту тему сделать. О, встал. Хим сюда. Хорош. Я беру АЕК и пробуем до плотца. Хорошо, сыр. Хорошо. Жесть, 58 зарядов. Куда ты Октарин дел? Да в мою куру. Жесть, это секинг. Так, 58 зарядиков имеется у нас. У нас манореген такой, ну, сопротивляется все равно, трати маны. Манорек. Этот очень жирный, его так тяжело убивать на самом деле. Очень жирный. Не пуш. Аег.
Ждем Аегварн. Текинг Дода, подпишись, идем на помощь. У-ху. Хорошо. Хорош. Вот тут, тут некому дефить. Жесть, вот это полетели. Так, ну минус мид походу у них, да? Хорошо. Монорек чуть-чуть сопротивляем. Варны. Погнали на топчик. Так, 3 минуты, да? Хорошо. Хилки ребятам дропаю. Чтобы они одевались. Погнали на мид. Маны нет, но вы держитесь. Жесть, все смело. Не факт. Не факт. Аек очень криво стелится. Не поймаешь. Не поймаешь. А ну ты шо. Жесть, это просто нереально. Это очень имбово. Б, не пуш. Короче, парни, по поводу Аегиса. Я когда тестил вот эту всю тему, которую мы сейчас делаем, есть очень интересный баг, или это не баг, я не знаю, точно не могу ответить. Короче, Аегис ресается нечетко по таймингу. Либо это баг лобби был, баг соло лобби, либо нечетко по таймингу. Потому что Аегис бывает срабатывает четко, бывает срабатывает нечетко. К сожалению, вот такой вот прикол у Ега имеется. Ух ты какой. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, полегче, полегче. Полегче, пацаны. Вы че? У меня еще хоть и есть Аегис, но тем не менее. Хорош. Б. Залазь. Аегис, короче, имеет определенный тайминг. Все вы знаете примерно, да, 5 минут. Но есть там некоторые погрешности у всей этой темы. У всей этой темы... Так, 50... 55. 55. Есть погрешность некоторая, которой нужно следить. За которой нужно следить. Так, мне нужно вот так вот сделать. Раз, два. Три, четыре. Вроде все четенько. Давайте поднимем все заново. Хорошо, 4600. 55-е. Химик в медузабайте. Чутка. На 55-е сейчас полетим, ману сольем. Хорошо, ману закинем. На 55-е полетим. Мана начнет регениться, надо примерно к половине. Половины маны, чтобы у меня начался. Так, ну что, начнем, ребятки. Пытаемся отлететь до, от колодца до колодца. Все, ману регеним. Полетел. Раз, ремнан. Аега работает. Ой, сколько Аега восстановила. От колодца до колодца, ну давай. Есть! Да, 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 хорош! Есть! Мы это сделали. Хорош! Уф. Не потерять блады бы еще. Пацаны, вылазьте, надо драться. Ой-ой-ой-ой-ой. Жесть, это получилось. Ребята. Это вышло. Жесть, это искренние эмоции. Я думал, это невозможно, но это все-таки возможно. Реально, это возможно. Хорош. Это возможно, ребят. Это реально. От колодца до колодца долететь реально. Реально. Еще. Еще, ребята. Это реально, ребята. Это реально. Я подтверждаю это. Это реально. Так как у Штормы на 85-й карте ультимейт является процентовкой,
то долететь от колодца до колодца почти невозможно. Но, как видите, ловкость рук и некоторые моментики дают возможность, что все-таки возможно. Все-таки возможно. Походу, я сейчас инвока отпущу, да? Не, не отпущу. Да, я забашился. Да хорош. Хорош. То есть... Мне кажется, надо отойти немного. Пусть дефают. ББ. Пусть дефают. Жесть. Я думал, не долетим, но там Аега плюс... Жесть. Все работает. Ну-ка, полетели обратно на базу. Еще сработает? Нет, не сработало. Если в два ремнанта прокают, и потом третий прокает, то все работает. Жесть. Два ремнанта прокают, и еще раз прокает. О, нормально все работает. Сейчас полетим. Куда побежит? Давайте вот так вот. Полетели на мид. Так, не сработал. Не сработал даже. Что ж так не везет-то, а? Не сработало. Надо реген бы еще. Вот с регеном еще можно попробовать. Тут реген. На базе. На базе по КД дропаю. Ребятам покупаем. Жесть. Я даже даблкил там оформил. Даже даблкил оформил. Хорошо. Полетели еще раз. Тестим просто. Ремнант, если работает эта эссенция. Не работает сейчас. Не сработал. Не хочет. Жесть. Вообще не работает сейчас. Вот сейчас, по идее, будут работать. Давайте на базу. Сейчас будут. Я подобуздил. Знаете, как работает псевдорандом? Псевдорандом работает так, что вот сейчас сколько раз не срабатывал, да, некстовый раз точно должен сработать. Эссенция аура. Ладстоун боюсь выкладывать, потому что он может багнуться. Поехали. Так, не сработал. Сейчас должен сработать. Не сработал. Да что ж такое? Ух, инвокер там. Вообще не срабатывает. Чё за хрень? Хорошо. Есть. Б. Б. Дефать некому. 72. Хотя бы сотку Бладстоунов собрать, и то будет хорошо. Погнали вот сюда. О, сработал. СФ фармит. С ней работает ремнант. Ну, не сработало. Это жестко. Еще разочек бы долететь. Еще полетим. Еще полетим, ребята. Погнали. Кайф, чисто летает через всю карту. Так, ну а Еги сберу и погнала. У нас, короче, в курьере еще изысканные сыры. Изысканные, не, забрал, Нейкс. Варн, ждем. Сыр. Фуру. Там уже изысканные сыры копятся. Так в магазине. Нафиг. Жесть. Жестко. 65 минут, но 72. 72 заряда всего. Это немного на самом деле, но... Пойдет. Так, подготавливаем себе здесь подстилочку. Ждем варн, аегиса и погнали. И там вон. За цемкой нападение. За цемкой нападение.
Хорошо. Не трогай ЦМ-ку. Ой, гем. 73 заряда Бладстоун, но это мало. Я, если честно, планировал в этой катке около 150 зарядов. Но получилось так, что не получилось. Почему, я не знаю. Оппоненты более-менее неплохие. Они вначале не фидели, вообще по-четкому играли. Так что в этом смысл. В этом смысл. Еще пролет. От Аеги. Сделаем. Хорош. Еще пролет от Аегиса. Хорошо. Но это ничего страшного, что он так делает. Это ж не запрещено. Пассивки. Может даже больше. Так, ждем. Ждем АЕК и го. Мид. Круто было бы реген. Еще. Реген еще взять. Во, во. Жду варнов и регенчик. Регенчик круто было бы в ботл взять вообще. Круто было бы ботл взять. Ну, 75 бладстоунов, видимо, так и оставим. Но отдельно, я думаю, видосик потом можно будет... Так как здесь выполнен уже, в принципе, пролет от колодца до колодца, я считаю, что можно, в принципе, на этом немного остановиться и потом сделать еще видосик. А что, если максимальное количество бладстоунов, парт 2? Потому что в этой катке бладстоуны у нас не раскрылись, получается. А раскрылись вот такие, как вот пролет до колодца, это все-таки работает. А что, если от колодца до колодца этот видос будет правильно называться? Держи. Так, ну это ждем. Хорошо. Садитесь, судари. Минута. 13 секунд. Минута. 13 сек. 13 секунда. Хорошо. 13 секунда. Нам нужно долететь до колодца на регене. Не сбить себе реген. Не сбить себе реген. Да фонтана за 300. Это свой бизнес у пацанов уже там. Так, ну на 13 где-то примерно на... Все, гоу. Рискуем очень сильно. Хорошо. На 13 полетим. Реген имеется, у нас реген сейчас запуленный, парни. Жесть. Аега пропала. Погнали. Ух. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто на миду стоит? Минус. Ах, немного кривовато. Да, я пошел. Еще пита забрали бы сейчас. Жесть. Ну, долетел. От колодца до колодца долетел. Еще раз пролет. Есть. Пролет от колодца до колодца имеется. Еще один пролет. Жесть, это работает, ребят. Смело заявляю. С регеном так вообще изи. Под конец Аегиса. Всех задизейблил. Надо нафмана. Да ладно.
Серьезно? А можно маны пополнить? Мана реген хороший. О. А дефать некому уже. Ух, меня бьет. Жесть. Что происходит вообще? Деф надо. СФ написал, что он дефить. Хорошо. Так, арчит! Арчит там, пацаны, арчит! Жесть! Это жестко. Это жестко. Даст ты бы сюда. Или гем. Вот этого. Хорошо. Жесть, что вообще мы делаем с этой дотой? Пощади, отписка, дизлайк. Блин, ребят, за эту катку мы сделали вообще нереальные челленджи. Это полет от колодца до колодца. Это самый главный челленджи, который здесь нужно было сделать. И этот челленджи выполнен, смело заявляю. От колодца до колодца долететь реально. Я думал нереально изначально, когда тестил эту всю задумку. Блин, забашил меня. Помогите слить Джаггера, плиз. Джаггер Криса. Хорошо. 84 заряда, 100 зарядов бы. На Бладстоуне. Жесть, это что за... В любой части карты персонаж находит 15 бы еще. 15 зарядов четочка, четко, чтобы соточка зарядов было. Прыгает. Да, прыгает. Видите вот этот скачок? Это Бладстоуна. Реген, и он работает. Все работает. Все работает. Так четко еще реген выпал. Блин, кайф. Вообще пушка. Вообще пушка. Я кайфую. Магазин. Магазин. Закрыт магазин. Магазин закрыт. Заходите завтра. Ребят, ну это жестко. Еще бы один пролетик сюда, парни. Го, пролет. Мид. Где? Алло. Гений. Сюда ползу. Го, пробовать летать. Пробовать летать надо на фулману. Мы же для этого этот контент делаем. Полетели. Так, не сработал. Не сработал. Жалко, не сработало. Не сработало. Еще разочек. Обратно. О, сработал. Сработал. 15 болтстоунов бы еще, да? Подобузим сейчас. Вот сюда гоу. Есть, сработал. Ваншот. Тупо ваншот, найс. Еще раз. Его на базу. Вот, сработал. Если ремнант один раз прокает под эссенцией, ну то есть эссенция прокает под ремнантом, то вообще жесть. То работает все. То все работает четенько. Вот так. Не сработал. Плохо, уже минус. Минус, да что ж так? Жесть. Да. Что-то не срабатывает, когда прям такая печальная тема. Полетели. Вот next. Вот не сработал, да? Вот сейчас будем пытаться, сейчас ману накидываем. Хорошо. Регенимся. Реген бы найти еще. 5400 надо. 5400 набираем, полетели. Нет.
Нет, да что ж так не прокает-то? Ё-моё. Иду. Вообще не прокает. Зач? О, Рега. Найс. Гоу на базу. Рега есть, парни? Под Регой. Ча, под Регой. Полетели. Ну, главное, чтобы прокало. Во, прокнуло. Еще разок. Не прокает. Блин, вот достало, а. Не, когда не прокает, это вообще такая печальная тема. Когда не прокает. Не прокнуло. Прокнуло. Хорошо. Ребята решили на победку, короче, сыграть. Хорошо. Отлично. Садитесь. Алло. Там пит. Оп, прокнуло. Хорош. Арчит собрали. Чтобы затыкать шторма этого, это жесть. Жалко, не прокает, блин, 10 еще бы. Жестко. Блин, ну в принципе можно тут, я думаю, заканчивать. 90 бладстоунов, это в принципе максимум, который мы тут смогли добиться. В этой катке конкретно. Но главная задача это была задача с... С тем, чтобы... Апнуть как можно... Вернее, не как можно больше, а апнуть именно от колодца до колодца пролет. И у нас это вышло. Это у нас получилось. Хорошо. Это у нас получилось. 91 заряд Бладстоуна. Сейчас полетим. Попробуем забузить. Если прокнет, три раза подряд. Если эссенция три раза подряд прокает, пролетаешь. Не прокнуло. И раз прокнуло. Если второй раз. Второй раз. Ой-ой-ой. Да ладно! Это работает. Как в Доте 2. Че это было, пацаны, в шоке? Вот если работает, да? Срабатывает. Эссенция, то найс. Жесть. Класс. Если срабатывает... Хен, плиз, не выкладывай этот ролик на YouTube. Окей. Жесть. Сработало, ребята, работает. Так, не прокнуло. Прокнуло, есть. Не прокнуло. Повезло, вот когда не... Если не прокает, то... ГГ. Жесть, там, конечно, всех убивает. Там по 1800 хп очень много дэмэджа наносится. Оп. Хорошо. Кларетка хилит. То есть кларетка вообще забей. Есть первый, отлично. Второй нету. Ну третий давай. А, блин. Жесть, это такая лотерея на самом деле. Но сколько мы пролетов уже сделали? Пролетов. Иногда срабатывает, иногда нет, видите? Чисто зависит от вот этого шанса. Я быстрее до дома долетаю, блин. Нежели чем этот. Ресторит ману. Так, опять не сработало. Да что ж такое-то? Не сработало. Да, уже не получится. Есть, не срабатывает. Но такой шанс, где-то 10% шанса, что это сработает. 10% где-то. Жесть.
10% шанс здесь сработает. Мне кажется, обратно до базы чаще срабатывает. Эй, дай камни. Камни дай. Так, гоу, пролетимся. Еще раз. Колодца до колодца попробуем. Полетели. Не прокнул. Да что ж так не везет, да? Как лотерея, рили. Не прокает. Тщетно. Инвокер дал проказ, не получилось у него. Да, обидненько, конечно, не всегда так выходит. Конечно, профитнее пробовать с регеном и с аегисом, это точно, это 100%, потому что по-другому, мне кажется, как-то оно не получается. Хорош. От одной части карты к другой, это вообще, конечно, немыслимо. Штормим. СФ дефает. Не хочу его убивать, он дефает там рапира. О, жесть. Ты чё, дядь? Ой-ой-ой, арчидик. Я бладстоун и заряды не хочу терять, ребят. Оставьте вы этого СФа в покое. Пусть пацан дефает. Лол. Подожди, дядь. Мы не договорили. Мы не договорили. Подожди. Три заряда. Три заряда и все. Хорошо. Киндирим. Хорошо. Найкс, где? Го. Поехала. Ну, садись, поехала. 11к золота же есть. Это так. Я фарм. Я даже, в принципе, не обращаю внимания на это золото, потому что, ну, хз. Даже просто не обращаю внимания. 84-я минута игры. Ребят, полетели. Пробуем доколоться. Есть первый прок, есть. Если прокнет все, все три. Второй нет. Третий может прокнуть. Третий просто физически уже не успеваешь. Если два раза подряд прокает, уже хорошо. Уже хорошо. Три заряда надо всего, в принципе. Инвока убить надо. Бей. Вокера надо забрать. Давай, давай. Сейчас что за дота? Садитесь. Инфест КД чуть-чуть. И ждем его. Рошан есть. Хорош.
Так, 100 зарядов Блада есть. Чуть не долетел, прикиньте. Чуть-чуть так бы ваншотнул сразу. Чуть-чуть. Так, они нас пушить начинают. Жесть. Че, берем Аегу? Берем. И еще раз. Полетели. Хорошо. Берем Аегис и еще раз душим. Сто секунд. Жесть, там ребята уже 1x5 собрались. Блин, на самом деле это жесткая тема. Сейчас мы еще разочек сделаем. Это уже, это дота на самом деле уже как-то становится похоже на какие-то рофлы, потому что ребята не сдаются, потому что ребята зашли играть, я написал, ФФ нельзя писать, ребята, играйте до конца, мы будем писать видосик, и видосик это, в принципе, получился. Сейчас 100 зарядов Бладстоуна есть, мы сейчас делаем ластовый пролет от колодца до колодца, и ГГ. И ГГ. И достаточно. И достаточно в этой катке всей этой темы. Не понимаю, почему не сделают, вот почему сыр нельзя во время полета юзать, я не понимаю просто. Почему нельзя во время полета юзать сыр, это, конечно, кринжово. То есть, образно я беру, лечу, да, лечу и нажимаю сыр, и это не работает. Почему это не работает, я не понимаю. То есть, образно я даже вот до сюда полечу, да. Я полечу вот до сюда, окей. Лечу, лечу такой, лечу. Лечу, нажимаю сыр, и сыр не дает ничего абсолютно. Почему так сделано, я не понимаю. Залезьте. Почему это так работает, я не понимаю. Ну вот такая вот механика доты, ребят. Механика такая. Почему-то. Ждем Аегис, ластовый. То есть, что он там делает на алхимике? Хорошо. Так, выкладываем. Акторинчик один. Вот это акторин, который нам дает газу. Так, не прокнуло. Не прокнуло. Прокнуло, хорошо. Сейчас внизу парня примем. И у меня манореген, жесть, какой высокий уже. 3-400. 3 минуты Аега. Спецэффекты. Арчит пришел. Пусть заходит. О, щит. Сейчас если мне дадут арчит, будет крайне тяжко. Арчит. Оп, пойдет. Есть. Так, го на базу и готовимся. Ой, стой на шторме. Кинику надо бежать. Мана не ресторец. Оу! Жесть. С рапира, он рапира выпала. Не-не-не, пусть. Пусть дефает. Ласт пролет, ребята, делаем. Ласт пролет и получится. Хорошо. Выложи. Специально лежит тот акторин. Это стартовый акторин, чтобы полететь четко под Аегис. Ласт пролет. Деф! Жесть, пацаны. Не дефают.
Дефет минута. Одна секунда. Первая секунда. Первая секунда будет у нас окончание Аегиса и полетим. Первая. Первая секунда, конец Аеги. ЦМ-ка против Джиггернаута там дерется. Найс. Пошел отсюда, типа, знаешь. Химик. Двадцать сек еще. Так, хорошо. Хорошо. Заканчивается у нас Аегис, ребятки, и крайний это пролет, я так думаю. Хорошо. Полетело. Ой, как хорошо регени, так прокнуло. Найс. И жалко, только один персонаж был. Ну, от колодца до колодца долетели. Жалко, никого не было на базе, так бы. Мне кажется, так можно и рэмпейдж сделать. Жесть. Это очень жестко, пацаны. Это очень жестко. Но это ГГ. Можно, в принципе, заканчивать. Я думаю, наша задача полностью поставленная здесь выполнена. Ну, немного бладстоунов собрали. Соточку бладстоунов получается у нас. И на этом, я думаю, закончим. Почему нет? Почему нет? На этом, я думаю, закончим. Ребят, вот такой вот у нас видосик получился со штормом. Сегодня у нас получилось таки отлететь от одного колодца и долететь до другого. Это все-таки реально. Пробуйте, ребятки, с друзьями. Получится у вас или нет, я не знаю, но у нас сегодня это получилось. Также собрали мы 107 бладстоунов. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нужно ли сделать отдельное видео по максимальному бладстоуну. То есть попытаться играть так, чтобы сделать максимальное количество бладстоунов. Как думаете, получится это или нет? Напишите свое мнение в комментариях. Обязательно не забудьте поставить лайк, ребятки, на это видео. Спасибо всем, кто поддерживает. На этом все. С вами был Ксаназис и до скорого.